Сима. Ну, переведу. Ой, девоньки, сейчас все расскажу. Вы же не знаете, где я. Вывез меня ж мой офицер на танцы интеллигентные. Ой, как тут интересно. Вот знаете, интеллигенцию ее ж все-таки сразу видно. Ее-то в трусы не заправишь. Ну, я, конечно, тоже хотела выглядеть интеллигентно, надела все самое лучшее. Вот махнусила волосами на улицу, сарафан достала, рубаху. Я даже у Анфиски пошла шляпу спросила, ну, шляпы не было, ну, да и ладно. Какие тут дамы ходят все-таки, ну, крали такие. Шляпы-то у них, кстати, тут очень интересные. Но я вот только не понимаю, зачем нужна шляпа, ежели она ничего не прикрывает. Вот у одной дамы ходит там такая шляпа, ничего не прикрывает, но курицы две на нее, наверное, она общипала. И не жалко ж ей куриц на шляп тратить. А у другой, ой, умора, а у другой такая шляпа, мухобор, мухобором. Чтобы к ней что-то сказать, надо было под шляпу заходить. Вот такая большая. Это зачем? Ей нужна такая шляпа внутри, да на танцах. Мужики стесняются подойти. Ходит. Ни лица не видно, ни потанцевать нормально. Бортами всех отпихивает. А танцуют-то как басты да бой. Ноги так задирают. Я все удивлялась, как у них не запутываются ноги. Так быстро и ловко они ими перебирают. Сказали, что какие-то флипперы и скизи они крутят. А танец называется Чарльстон. Видимо, что-то шибко популярное сейчас. Я, конечно, попробовала, ну, офицера поддержать. Ну, надолго меня не хватило. Не могу я все-таки так. Я бабьи танцы, знаете ли, умею, а вот это пока не для меня. Все-таки нелегко быть интеллигенцией. А мужики-то мужики сидят. Зеньки повылупали, рты поразявили, сидят, усы крутят. Аки тараканы, рыжие наши деревенские, а их называют мусьё. Ну какие ж мусьё, если тараканы тараканами. Еще ж все такие недотроги, знаете ли, кого не тронешь, они сразу все, и Кузьма, да и Кузьма. Я думаю, ну шо, какого Кузьму они все зовут? Оказывается, это что-то и по-ихнему, по-английски, экскюзьма. Спросила офицера, говорит, это означает «отойди, пока не двинула». Запоминайте, бабоньки. Нашим бабонькам, конечно, никакой бы и Кузьма не помог. Двинули бы так, что... Да, вот так вот. Ой, умора, девчата, приходите обязательно на танцы. Сейчас еще и придется английский язык мне учить. Пойду дальше танцевать. Не скучайте.